空式。Доброе утро. Если вы заметили, у нас здесь фольга. Мы недавно, ну как недавно, несколько лет узнали об этой штуке, в плане того, что как фольгу можно одеть сюда, чтобы если вдруг что-то перелилось во время готовки, то есть не выпачкаешь и не нужно мыть, прям печку выдраивать. У многих арабов, в принципе, этот лайфхак, можно сказать. Мы тоже им пользуемся, и нам нравится. Я даже маме своей в Украине, она тоже так делает, потому что очень удобно. Мы блинчики на завтрак делаем. И помощник. С Украины я вот привезла. Смотрите, сколько чего. Мы очень любим Гринфилд. Вот, и любим и с чабрецом. А его выпили. Жалко, я мало привезла. Нужно было больше привозить. Но смотрите, сколько вкусов. И вообще классные. Очень много всяких. Ням-ням. Приехали в Крамс ужинать. Ну, ленивые попки. Интересно, у них есть стульчик, да? Вот. Мы очень любим Крамс. Мы обычно сюда завтракать приходим. И с хлебушек у них. Кто-то либо не доспал, либо переспал. Пиццу или бутеры? Мы сели на улице, и получается, что темновато так на камере. То как лимит времени используют. Мы не садим в стульчик, пока не принесут еду, потому что он свой лимит, пока приготовит еду, исчерпает в этом стульчике, и он потом не даст нам посидеть, потому что ему будет в нем скучно. Да, поэтому мы вот так вот развлекаемся. На улице так хорошо. 2 октября очень тепло. Хотя обычно к вечеру было похолодание, а сегодня как-то день нам удачный такой попался. Должен быть один ряд, но арабов там, где один, там и два. Магазин можно найти любой сайз, конечно, он не дешевый, но можно найти на любой вкус, просто на любого цвета. И очень вежливый, отзывчивый персонал.
Ну, у нас мальчик мега серьезный. Все с ним здоровается, он такой деловой, никому не идет. Ну, это просто. Нужно ему привыкать периодически. Вот. Так что сейчас мы пойдем. Здесь есть детский отдел. И мы здесь покупали качалку, которую мы не пользовались, потому что у нас не сидел ребеночек. Вот. Но мы сейчас хотим посмотреть, что там. Там есть мебель, всякие штучки. И здесь очень красивые. Мы здесь на скидке покупали простынь теплую на зиму. Очень хорошая, хорошее качество. И реально теплее на ней спать. Поэтому тут еще новые ковры, ой, ковры, одеялки появились. Все такое мягенькое. И качество хорошее. Знаете, не, вот не синтетика. Нет, здесь есть что-то такое, полиэстер, но все равно все хорошо сделано. Вот наши уже там приценивается, присматривается. Смотри, это кавер с верблюжьей шерсти. Он такой странный на ощупь, но я уверена, он мега теплый. 100%. Синий тоже этот скрин. Все, пошел. Не очень распространено иметь служанку, поэтому для них некоторые одевают униформу, некоторые не одевают. Руку поднесите. Ой. Будем стоять. Данечке бы очень понравилось. Стоял бы. Конечно, много всякого именно реально вот арабского стиля. Не знаю, это на вкус и цвет, но вот такое бы дома бы. Так что. А? Ну, красивые, такие приятные цвета есть, вот бежевые.
решили взять колбаску попробовать, печеньки. Посмотрим, отличается. И цены, кстати, да, есть что-то дорогое, что-то не очень. Сейчас попробуем. Всем привет! И сейчас мы едем в Ситимолл кататься на каруселях. Ну, это у меня такое представление, что он будет кататься. По крайней мере, я там ни разу не была. И я не знаю, что там вообще есть. Поэтому мы едем на разведку. Возможно, что-то для его возраста и будет. Вот. И я его только что вот покормила, и мы сейчас собираемся. Да, собираемся. Сегодня пятница, выходной, так что мы сегодня должны погулять. Ага. Только с ним буду. В принципе, недорого. Мы пока взяли на 5 динаров, потому что мы не знаем, на чем он будет кататься. О, игрушка для пап. Игрушки для пап вот это. И для мам. Мама впала в детство. И она ребенок в душе накаталась с ребенком, да?